делал хорошо, поклевывал. И сейчас в конце видео я вам тогда этот секретик расскажу, чтобы ловить вот таких рях. Вот таких вот рях, ребята, кабаны. Тихо, тихо, кабан. Аккуратнее, не перепутай, что большой. Угу. Для меня нет этого вагона. Офигеть. Ребят, короче, есть такой канал. Мужики там, короче, делают лод. Сколько раз ее уже красили? Ну, сверху две, снизу, наверное, гораздо больше. Изначально главная мысль была из старого корыта сделать классную лодку. Вот сейчас вот-вот что-то отвалится. Да, мы сумасшедшие. Мы сделали очень классную лодку. Ни одна казака в мире не получала столько любви и ласки. Что-то около миллиона в него вкидывают, прокачивают, так сказать. А что я вам говорю вообще за это? Они, короче, делают еще конкурс. Там можно выиграть, чтобы вашу лодку сделали. Вот это кому-то фишечка может пригодиться. Я ссылочку оставлю в описании. Можете пройти, посмотреть. Друзья, сейчас происходит трансформация в рыбака. Учимся одевать наколенники. Получается. Привет, друзья. Приехали мы с Леной на рыбалочку опять. На эту лужу, где мы ловили карасика крупного. Много было комментариев, съезди опять за карасиком. Ну вот приехали. Не знаю, что получится, потому что погода сейчас меняется. То оттепель, то дождь, то, блин, снег, не поймешь, то морозы. Не знаю, будет, не будет брать. Вчера ездил, поехал после обеда. Вообще ноль. Плавает, видно, камеру опускал, плавает, ходит, но не берет, не знаю почему. И опарыш и мотыль пробовал. Сегодня приехали след чуть пораньше. Что получается? Поздоровайся. Привет. Не получается, но сейчас оденем. Наколенники у ней, ботиночки и перчатки. Все, потихоньку в рыбака начинает трансформация происходить. Сейчас, ребят, тогда луночки две себе сделаю, лес сделаю луночку и будем рыбалить. Ну давай. Все, 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 куда ты его забуриваешь? А теперь вот так резко. Тянули, тянули репу, но не вышло. Во, ништяк. Что, получается, этим лучше будет? Да. Ребят, в тех комментариях, ну, в том видео просил подсказать, какой будешь взять. Сказали брать тонер. Вот взял тонер Барнаул. Вот такой вот 130. Мне 130 нужен. Я буду на леща ездить, на судака. И мне 130 по-любому нужен. И плюс надо, чтобы луночка была шире, потому что я еще опускаю камеру. И, ну, чтобы дальше провод был, чтобы видно было мою мышцу. Ух ты. Оба. Сейчас закончим. Ну, вообще, конечно, мештяк новенький. Он, видите, тут складная штанга. У меня такой не было. Кто, у кого такие были, как он себя ведет? Нормально? Вот скажите в комментариях. Потому что тут раз много комментариев было. И это очень помогает, я вам скажу. Все равно людей-то больше пользуются какими-то товарами там получше, чтобы... Ну, вы поняли, короче. Все, луночка пока одна. Прикормочка у нас. Клубника. Взял красную. Летняя прикормочка. Зимняя, не знаю, надо будет закупиться. Много говорили, чаще снасти свои показывают в комментариях. Ну, будем показывать. Вчера сделал вот такой вот кивок, ребят, поставил. Ни разу таким кивком не пользовался. Но мои мышечки легенькие, надо попробовать. Так, что у нас, где еще одна? Где-то должна еще такая быть.
что у нас? Это у нас желтенькая новая мамочка. Или вот эту поставим. Серебристая. Хорошо ловит. Тяжелая она будет чувствовать, потому что мелкую она еще не чувствует. Учится. Ну что, погнали посмотрим. Есть сегодня кто-нибудь? Да, сейчас дам. Сейчас запустим. О, уже сразу видно было. Так, вон он стоит. Мою мышку нашли. О, нифига себе. Лё, блин, не могу управлять. Ряха, да, лё? Чем это лётина? Чё-то, ребят, вся рыба уеху плавает. Сейчас хочу пойти к бережку ближе, как говорится, вот там. Показывай нам, где карасик. Вот он сразу. Первый. Дофига тут он стоит. Вот они. Куча плавает. Ребят, ну короче, пролез я там просверлился. Короче, он ходит вообще вялый. Брать не хочет. И в пол воды пробуется одна. Сейчас поедем, тут рядом речка есть, прям недалеко. Попробуем там, может сейчас плотвички там наловим и поставим жерлицу. Только такой у нас сейчас вариант может получиться. Ребят, ну короче, переехали на речушку небольшую. Сейчас будем тут пробовать. Вот она сзади меня. Попробуем тут, вроде камеру опустили, карасик плавает, но не знаю, тут вроде он активнее более плавает. Ну посмотрим. Поклевывает. Ну, у меня сипидявка. О, ну ништяк. Сейчас жерлички подставлю. Вот это хороший будет, наверное. Ух ты, ё-моё. Смотрите, какой, блин. Вот это вообще просто бомба, ребят. Офигеть. Фига его будет. Карась. Хороший, да. Да, не прикармливать, чтоб мелочь не набегала. То, ребят, прикормил там сразу. Сейчас камеру закинем. Пойдем попробуем жерлички поставить. Малька чуток есть. Тут со льдом. Сюда воткнем одну. Так, давайте посмотрим.
Фух, набурился. Ну, побурил, ребят, пока. 4 штучки. Там, блин, мелочи дофига поклевывает. Карасю не дает брать. Ну, карась запускал камеру. Карася тоже там дофига, в принципе. Он не успевает. Смотрите, какие шикарные патрички. Шурчик. Опа. Сюда. Так, Родема. Давай щучку на родных краях-то. Щуку надо тоже ловить. Шурчик. Открутим. Ребят, поставил пока вот 4 штучки. Сейчас время больше будет, наверное, еще пойду поставлю. Надо пойти наловить что-нибудь, хоть домой чуть. Кофе будешь ли? Иди хлебани теплую. Что там, мелкая? Мелкая клюет. О, что-то крупненькое. Ого. 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 Вот это да. Ну, такой же, наверное. Просто это толстый какой-то. Хороший. Да ходит он на камере, смотришь, но это... Чуть выше он ходит этого дна. Плотва вся по дну ходит, а он где-то сантиметров, может, 15 от дна ходит. Ну, я поставил где-то, не знаю, ну вот столько от этого, от дна. Потому что это прям как бешеное по дну носится. Я вон даже камеру убрал, потому что мутняк такой не дает снимать. Вот это тоже, по-моему, карасик. Не дал опуститься. Ого! Ё-моё! Ё-моё! Офигеть! Лёг какой, блин. Опуститься не дал. Ух ты, хорошо, блин. Ништяковые карасики. Ну вон та, которая у тебя, вот как у меня стоит. О, поменьше. Пошло дело. Хорош тоже. Ты насадил ли красный и белый? Иди пока за моей следи, а я тебя сейчас там настрою. Да, ух ты! Вот это да, ребят, вот это да!
это, блин, ребят, смотрите, вообще ряхи. Так, я только сберу. Бля, что-то не получается у нас сейчас. Лунку себе кобурила. Будет в другом месте пробовать. Почистил, ребят. Бомба. Опа. Вон он еще один прям здоровый там лазит. Сейчас, ребята, мы его вытащим. Такого же. О, вторая. Ты, похоже, зацепил, не? Черт знает, что там. Наверное, зацепил. Или поклевывает она. Угу. Блин, у меня нет этого багорика. У меня нет. Зацепил он. Офигеть. Опа, удочка чуть не ушла. Держу. За глаз. За глаз. Зато не ушел бы. Ну, да. Другую бы вытащил. Спасибо. Она не убежала бы, она, в принципе. Ну, она не, это она туда ее начала клонить. Дергает ее сейчас. Хорош. Петуза. Какой. Видал, Лев, как он вверх? А? Лев, смотри какой. О, жерлечка сработала. Смотри за моей удочкой, Лер. Ну не мотает, ребят. Мотает, да ну. Тихонечко. Есть, ребята. Есть. О! Ништяк. Фух, ну небольшая такая. Ну, главное, ребята, результат. Мам хотел хи сделать. Надо наловить. Пиявки, смотрите. Пиявочка. Ну, главное, есть обводка. Сейчас еще поставлю. Так, наверное, придется идти за своими щипчиками. В глубине вот тут сработало, посередине шла вот такая вот щучка. Ништяк, блин. Сейчас еще поставим. Киушница где-то. Аккуратнее не перепутай, что большой. О, молодца. Ну как? Тихо, будет последний. Здорово поймал. Офигеть. Ништяк?
Большой. О, ништяк. Ага. Получше, чем плотвичку, да? Что, кусается? Вот это карася бы. Покажи сюда. Офигеть. Ништяк. Ух ты, вот это она трещит. Блин, как бы не сошел. Есть, ребят, смотрите, какой красавчик. Вот. Блин, вот зажевывает он прям конкретно. Ребята, блин, вот это кайф. Жаль, его нельзя передавать через камеру. Ряха такая. Видал, Лев, какой? Вообще, блин, поскольку он гром. Замерзло? Ну так. Придувает, да, чуть? Нулей перчатки. Вон, только она что-то их задом наперед одела. Покажи на коленники твои, какие тебе взяли. На коленечки, все, и ботиночки. Ну, теперь осталось зимний костюм, шапку нормальную. Ну, не все сразу. Да? Mm-hmm. Ничего, палатку надо брать, и уже будет теплее нам. Хороший у Ле карасик, смотрите, какие. Ссылочку на Ле канал оставлю, кто хочет, может пройти, посмотреть ее видосики, да? И что сделать? Поставить лайки. Тут перчатки задом наперед. Ладно, пойду я смотреть своих карасей. Блин, последний, ребят, вообще такой мощненький карась. Сошел? Да. Ну ты камеру свет включаешь. Пока камера включает, у нее сходит, блин. Уже много так было поклевок. Раза три, наверное, уже у нее так. Произошло. А что он тут у меня? В чем прикол? Опять что, мелочь подошла? Да не. Подошел карасик. О-о-о-о, ребята, это кайф. Блин, вообще нереальные ощущения такие, блин, когда вот такую вот ряху тянешь. Блин, вот это у него губа пробивает такую хорошую. Моя мышечка вот эта мне нравится. Главное, работает. К сожалению, не могу. Офигеть, ну открой. Рот, блин, ты, бля, как. Надо мультитул доставать. Им доставать. А, офигеть. Засек, давай уже. Ух ты, ряжка. Так, что у нас тут с опариками? Все великолепно. А чё ж он у тебя, Лёш, сходит? У Лёшки повесил такую же. Бля, зацепилась. Ну да, уже три раза у нее сошло. Фиг его знает, такая же. Моя мышечка у меня вся. Ну, что-то сходит. Начинает камеру включать. И у ней начинает сходы. Все, жерлечки снял, живца на место. Возвращаем. Среду обитания. Короче, ребят, из 7 штук на одном только живец был, представляете? Все посъело. Ребят, ну все, закончили мою рыбалочку. Наловили вот полное ведро и в пакетике. На 3 дома нормально, плюс котам. Карась весь крупный, весь здоровый. Ну, расскажу, как я его ловил, так сказать, секретики. Клевать он начал где-то, вот минут 20 я закормил лунку. Камеру опускал, мелочи куча было, и не давало его, ну, ловить карася, он рядом ходил. И вот когда мелочь ушла, ну, все равно прикормка осталась на дне, по камере это все видно,
уже карась подошел. Вот, грубо говоря, закормили, минут через 20 на эту лунку приходим. Но опять же повторюсь, это только у нас на водоеме, так может у кого-то по-другому. Потом мормышка у меня, лучше брать маленькую, маленькую он лучше берет и больше поклевок. Цветом она у меня золотистая, насаживал я опарик белый, опарик красный. Вот такой вот микс ловил. И мотыль, пробовал мотыля, но с мотылем сразу мелочь его сбивает, то есть не дает. От дна я подымал где-то вот половину спичечного коробка. По камере тоже видно то, что карась тут самого дна не берет. Ну вот такая вот, ребят, рыбалочка получилась. Вот такой вот совет, так сказать. Всем, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, чтобы не пропустить опять таких карасей. Здоров. Кле на канал подписываемся, я ссылочку в описании оставлю. И всем пока, до встречи на рыбалке. Сейчас, подожди, клюет. Может, сейчас крайнего вытащим. Он поклевывает. Сейчас такого здорового крайнего вытащим. А, все, туши мотор.